В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона разгромила Челси 3-0 при помощи дубля Лионеля Месси и гола Усмана Дембеле. Форвард сине-гранатовых Луис Суарес не забил в двух матчах против Челси ни одного гола. Уругвайц не забивает в Лиге чемпионов уже на протяжении 10 матчей. Последний раз Луис поражал ворота соперника 8 марта 2017 года в игре против ПСЖ, закончившейся со счетом 6-1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 16 марта, в 14 часов МСК. В примере 2017-18 Суарес забил 21 гол в 25 играх. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.